в Израиле шаббат. Пятница, 4 часа дня. Никого. Вот и была спаса. Вот сердце восстановилось. В ожидании.
Число 66 – это код космической энергии. Это, значит, явление, об этом явлении написал Иоанн Богослов. Богослов, да? Он обозвал их зверьми. Значит, на иврите зверь – это энергия жизни. Ясно? 666. Да-да. Зверь – это энергия жизни. Вот, вот число 606 – это энергия жизни. 4 километров от села Алмала Тюрганского района находится плоскогорье. Значит, там есть геодезическая вышка, где сваркой наверху написано: высшая точка Оренбургской области 666. Да.